Встречайте Стефана Томаса, веб-разработчика и предпринимателя. Томас начал учебу в Beruf Academy, Штутгарт, в 2005 году, но не окончив ее, поступил в Open University, где и получил диплом по специальности «Бизнес-исследование». По окончании университета Томас работал в нескольких компаниях техническим директором. Затем стал основателем компании Vius Coins, которая работает в области криптовалютных систем. Позже создал Just Moon AG, IT-компанию, которая предоставляет услуги в области защиты прав интеллектуальной собственности. Кроме того, Стефан работает техническим директором в компании Ripple, которая предоставляет глобальные финансовые решения для валютных расчетов в реальном времени.